20 мая в Снеговой Паде произошел несчастный случай. На голову гулявшего под окнами дома 6-летнего мальчика упала бутылка. Мы опросили жителей этого дома, что они думают о сложившейся ситуации. Слышалось, что кто-то уронил бутылку ребенку на голову. Я на учебе был. Домой приехал, жена рассказала. 10 минут раньше мы сами заходили с ребенком домой. Вот после этого это все случилось. Да, прямо вот отсюда закидывали. Вот ребеночки вот так играют здесь. Подозреваемого, кинувшего бутылку с 20 этажа в голову ребенка, отправили в СИЗО. Речь идет о 38-летнем мужчине. Проведена проверка показаний на месте, где он показал механизм своих действий. Он пояснил, что случайно задел бутылку, которая стояла на ограждении балкона, находящегося на 15 этаже дома. Она упала на мальчика, который неожиданно выбежал. А что тут говорить? Гулял ребенок с отцом, прилетел и прилетает часто мусор с балконов. У нас не первый, с момента заселения на эту тему ругаются. У нас и бычки в коляске к детям прилетали. Бесполезно. Эту тему поднимали много раз, но ничего не меняется, собственно. Не знаю, это просто в голове не умещается, как таким быть бестолковым и не предвидеть. Ну и просто обращение ко всем, да. Пожалуйста, люди, будьте милосердны, думайте, что вы делаете. Куда вы что кидаете, куда вы плюете. Расследование уголовного дела продолжается. Назначена экспертиза, изъятая с места происшествия бутылки. Для установления степени тяжести вреда будет назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.